Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в Драконы, Садники Улуха. 15 день, 80 миллионов древесины я забрал. Так, 558 это общее количество древесины. Так, давай посмотрим, что он нам принес беззубик. 3 миллиона дерева, ты серьезно? Ну ты насмешил, конечно, меня. Здесь у нас кто, громобой? О, нет, это дракон. Грозоморей, отпускаем его. Конечно, отпускаем сразу же. И сразу, пока я не забыл, давай-ка мы Олух. Олух будем защищать. Так, улучшить, начать. Так, собери ресурсы. Ну вот, не знаю, сможем ли мы защитить. Ну, постараться надо. К бою. Защитите Олух. В тот раз у нас не... Блин, ты посмотри, ты просто полюбуйся, сколько их здесь. Вот зачем вот это вот делать, я никак не могу понять. Что я, зачем вот это время выжидать? Бред какой-то. Так, ну что, тут... Даже не знаю, куда мне тут... Куда мне нападать, если честно? Давай, родные мои. А какая там лодочка бьет? Вот это вот? Ага. Да что такое-то? Не хватает, пишут. Вот это, по-моему, бомбит, друзья. Нет? Ключик-то мы сейчас, по-моему, потеряем один. Давай сюда бомбанем. Эх, ключик один потеряем, друзья мои. Ключик один потеряем. Все. Прозевакли мы один ключ. Но зато я тебе скажу, что уровень защиты у нас повышается. То есть это 70-й был уровень. Теперь у нас будет доступен 71-й. Молодцы, драконы, справились. Красавчики вы мои. Правда, ключик один потеряли, но это не страшно. Не особо тут, конечно, мощные ресурсы, чтобы так переживать сильно. Ну, откроем мы там с тобой там, 3 миллиона древесины, да. 3 миллиона рыбы, это в лучшем случае. Ну, возможно, попадут, выпадут шестеренки. Короче, ничего страшного. Давай заберем награды. О, вот руны, это хорошо, ребят. И шестеренки. Открыть, не надо мне оставшиеся открывать. Забираем награды. И вот теперь, друзья, естественно, без зубика я уже отправляю на задание. Слушай, вот все время я его отправляю на это задание искать эти. Может быть, мне все-таки не в Угрюмое море, а давай вот сюда вот отправим его. Зудящая подмышка. Название, конечно. Зудящая подмышка. Пускай летит. Все. Так, что у нас тут? Оу. Ты прикинь. Просто вот так вот взял и ареновский пак нам выпал. Шторморез, Громоль, Костолом, Громобой защитник. Да. И все. Так, этих охламонов сразу отправляем с тобой на поиски. Так, я не знаю, ветрокрыло. Ладно, пускай, наверное, тоже летит, пока собирает древесинку. Так, погоди, что-то я хотел. Давай сюда заглянем. Обмен, это нам не нужно. 325 жетонов. Вот эти вот топорики, которые я могу получить бесплатно. В своем уме вообще, а? Кстати, блин, ребята, подожди, у нас сезон скоро закончится. Он разве еще не закончился? Нет, друзья мои, 2 дня еще. Но я в любом случае ничего здесь не получу, как мне кажется. Не успею я накопить себе на отличного дракона. И мне почему-то грустно от этого становится. Второй сезон уже ничего не вижу, ничего не получаю. Так, давай сюда. Ты за древесиной. Ты у нас за рыбой. Ты у нас за древесиной. Этот у нас получает уровень. Какой там у него, 78-й? 78-й. Сейчас, подожди, боевой лорд у нас отдыхает. Угу, по древесине у нас фул, как я смотрю. Так, сейчас мы с этими разберемся. Треска плюс рыба. Отправляю тоже их на поиски. Ты там что нам принес? Руны, опять же. Тусклый янтарь. Так, подожди.
А у нас железа маловато, да? Тут-то у нас все. Да, ребята? Теперь у нас вместимость 2000 железа. 2000 железа, ребят, это вам не хухры-мухры. 2000 железа, это очень на самом деле круто. Останься. Так, у тебя за рыбой это само собой. Так, мы еще, знаешь, что с тобой не делали? Так, вот здесь соберем. И вот тут вот остров берсерков. Открылся у нас остров. Так, смотрим, что у нас тут. Построить. Меня зовут Дагур. Мой дракон — тройной удар по имени Шейка. Строим, ребята, конечно же строим. 2 дня все это будет делаться. Ух. Пускай делается. Так, этих мы с тобой на обучалку отправим. Пускай тренируется потихонечку. За древесиной вперед, братишка. Так, ну что у нас тут? Топ прохлаждается. Кто у нас любитель за по рыбке-то? Ты? Чуть-чуть не хватает нам, совсем маленько. Так, давай-ка здесь получить. А, я награду забыл забрать, ну точно. Пак, необычный набор. Рыба, древесина, рыба, древесина и лаварык. Лаварык, тебе надо пойти и погулять. Ты мне не нужен. Ты мне не нужен, потому что... Так, ну слушай, у нас с рыбой полный завал. Кто у нас ищет? Сотка, но это за древесину. Блин. Ну а что делать? Пускай летит, хотя бы 70. Хотя бы 70. Да, получается, у нас по рыбке приоритет идет. Так что пускай они все тут собирают. Так, сезонный рынок. Подожди секунду. Может быть, мне действительно придется тратить на паки. Ну смотри, 6 300. Это я не успею. Вот, я могу взять шелкопряд баяны. Шелкопряд. Слушай, а у меня его точно нету? По-моему, у меня нет, друзья, шелкопряда. Или есть? Блин, я не помню. А как посмотреть, есть у тебя шелкопряд или нету? Так, у нас, по-моему, тут еще пак последний. Тоже их нужно набивать. Шторморез, громобой, барс и вепрь. Так, на обменке есть что? Блестящая янтарь, одна штучка. Давай закажем. Еще с этими же нужно, с помощниками, с моими разобраться. Так, это полетел. Барсик там строит заново, не знаю, что там будешь строить. Кривоклык. Аурики, аурики. И Грамгильда. И Грамгильда, 2 шестеренки. Так, продолжить. Иди на водичку полети. Ну, здесь вроде бы как все. С этими разобрались. Скалотряс пока не нужен. Так, вперед за рыбой. Буйволорд тоже за рыбой лети тогда, раз место есть. Ну, здесь вроде бы как пока все. Да. Ну что, откроем тогда паки. Загадочный со своими монетками Одина и с начинкой шторморезом древоруб, громоль и ресурсы. Так, монетки. Кошмарный пристеголов, крылатый ужас, древоруб. Ну и все остальное, да, что полагается. Окей. Так, я подожди, я так и не посмотрел. Как его там, шелкопряд? Да? Блин, я так фиг
А где там по поиску как-то его можно искать? Все источники. Нет. Он не в наездниках, в путешествии. Я не помню, друзья, где-то фильтр. Без фильтра, фильтр. Не то все. Ёк-макарёк. Слушай, по-моему, все-таки нет у меня шелкопря до этого. Так, кстати, вот здесь-то что у нас? Понятно. Я не удивлен. Никогда еще не было, чтобы с первой попытки он стал у нас, как говорится, легендой. Титаном, да? Все время так приходится рулить. Нету, по-моему, у меня, друзья, все-таки этого шелкопряда. У меня есть всякие сладкожалы, но... именно шелкопрядов нету. Ладно, я, наверное, приобрету. Слушай, а если посмотреть... так, подожди-ка. Где у нас паки? Вот он, нет, вот. Что в паке можно вообще найти? Грязеплюх. Так, ну это только... эксклюзивный дракон сезона. Да, ну, что-то тут как-то... нет, ну, молодая стрелка, конечно, хотят, но процент 1.31. Тю-тю-тю-тю-тю. 750 стоит. А так ты гарантированно получаешь, понимаешь? Ну да, он железо добывает. Сложность обучения. Типа, офигенная сложность обучения, да? Ах, была не была, ребят. Беру. Новинка. Точно, ребята, не было у меня такого. И вот он сюда просится. Малышок-лопышок. Вот он, шелкопряд Баяны. Теперь у нас появился один еще новый дракончик, шлем викинга, где там у нас? Заберу его. И смотрим. Ох, событий. Да ладно, что? И то, что это доступно, да? Угроза коварного нападения доступна. И выживание. Ребят, идем на выживание. Да-да, оно короткое, но оно три волны. Точнее, ну да, три волны по 6 волн. То есть получается 18. 18 поединков нам нужно будет здесь осилить. Поехали. Начнем потихонечку, да, полигонечку. Я думаю, это событие мы сегодня... ну, не то что думаю, мы его обязаны будем пройти сегодня. Вот. Ну там еще одно на подходе. Надо будет посмотреть, сколько там волн, и сможем ли мы пройти за одну заходку. Посмотри-ка, мелкий, а понизил нам атаку. Так, следующие супостаты появились. Поехали. Да не буду я на них тратить хил, пока не нужно, не стоит этого делать. Своими силами, я думаю, справимся, да? Окей. Давай сюда. Замечательно. Так, музыка... опять куда-то музыка исчезла. Точнее, музыка играет. Исчезли звуки. Звуки вот этих вот ударов. Так, ну тут, наверное, не грех будет хильнуться все-таки. Шепот, тут что-то выпедривается у нас. Посмотри, а. Так. В минус. Здесь понижаем броню и добиваем. И вот уже их трое. Тут еще добавляется водорез. Что-то не было, что так тяжко? Что он так тяжко разбирается? Ну да, я не спорю, ребят, они хитрые.
Мы боремся с хитрецами. И Шустрик вот здесь вот один притесался. Угу. Так, здесь добили. Нам нужно будет хильнуться сейчас обязательно. Вот теперь думай, кого будем бомбить. Наверное, водореза все-таки. Все-таки водореза надо уничтожить. Стоит ли тратить? Я думаю, что не стоит. Я думаю, ребята, что не стоит на него тратить. Ага. Пошло, пошло, пошло. Заблокировал. Ну что, он тут один остался. Сколько это? Это четвертая волна, да, получается? Еще две волны впереди. Так, добиваем. Твою ж налево, как он здоровый здесь стоит, а? Ты посмотри. Раз, два. Подожди, подожди, вот так вот сделаем. Твою налево. Ага, он потратил. Блин, вот не надо его сейчас бомбить. Он неугомонный. Просто делаем укус и отхиливаемся. Тихо, подожди, отхиливаемся. Удар сюда. Теперь хиляемся. Единственное, что мне нравится, здесь у нас броня слабая. Это предпоследняя волна. То есть, в любом случае, если что, мы потратим, если понадобится, грушу. Будем надеяться, мы все-таки своими силами справимся здесь. Так, добьешь у меня барсик, нет? Нет, не добьет. Это сделает у нас шторморез. Ну и вот она, последняя, друзья, волна. Последняя, поехали. Тю-тю-тю, а что же тут лучше сделать-то, а? Они потом вдвоем ходят, да? Я боюсь, что этот сделает суперудар. Скорее всего, он так и будет делать. Поехали. Блин, если бы я знал, что водорез потратит энергию, я бы не делал бы так. Твою же дивизию, ты посмотри, что творят. Угу. И заодно хильнулись. Слушай, ну по идее хитрый, он же, точнее, шустрый, да? Шустрый. Все время путаю, хитрый, шустрый. Хитрый — это который фиолетовый, шустрый — это который синий, да? Вот так у нас распределяется. Защитники — это которые зеленые. И боевики — это которые красные, да? Дамагеры. Так, хорош, надо с ним завязывать уже. Ну вот, первый поединок отыграли. Угу. Выпал нам плод мудрости. Ну, в принципе, один потратил и сразу же его возобновил. Плюс мы получаем пак ареновский, да? Шипорез, лаворык, кошмарный пристеглов, громобой, древоруб, шепот смерти, громоль и кривоклык. Следующих у нас будут награды аж целых две. Это светлый янтарь, две штуки, и руны, 250 штук. Тоже, кстати, неплохо. И опять же здесь шепот смерти. Так, а это кто у нас? Блин, это у нас душитель. Нет, это дымодышащий все-таки. Раз он теневухой бьет, значит, это дымодышащий. Викинги там стоят такие довольные, машут ручками. Замечательно. Так, ну что, вторая волна, смотрим. Ну, то же самое. Вплоть до, четвертой волны, ребят, здесь никаких существенных изменений не будет. Все будет вот в таком вот режиме. На четвертой волне уже, конечно же, прибавится еще один дракон. Мне почему-то кажется, что это опять будет водорез. Я не утверждаю, но мне кажется. Или нет, ребят, нет, не водорез, а скорее всего там еще прибавится один
из семейства шепотов. По-моему, так будет. Что-то он завис. Бывает такое. Кстати, это не очень хорошо, когда зависает. Это говорит о том, что игра может багануть и вылететь. Как бы не хотелось мне где-нибудь на шестой волне вылететь. Понимаешь, да, к чему я? То есть ты дерешься, дерешься, она бац и вылетает. Конечно, энергия у нас еще останется, потому что здесь всего лишь 3 энергии тратим на полное прохождение, а у нас их 6. Но все равно обидно будет. Так, ага, друзья, я был прав. Еще вот это истинный шепот смерти, а это его сородич. Так что я не знаю даже, как тут быть. Я знаю, что этот дамажит намного сильнее, чем этот. Именно ауешка своей. Блин, ну нафига ты понижаешь мне броню, а? Вот скажи мне, нафига ты это делаешь? Супостат. Так, завалили. Хиляемся. Ну что, будем добивать тогда этого. Так. Ты промахнулся. И прекрасно, ребята, что он промахнулся. Так, сейчас у нас будет предпоследняя волна. Так что готовимся. Как говорится, во все оружие. Раз, два. Сразу хил. Трать. Молодец. Он обычным ударом, ребята, отнимает. Смотри, сколько здоровья. Блин, а это еще не последняя волна. Это еще не последняя волна. А последнюю волну надо еще пережить как-то. Так, ну что, этого я убираю отсюда. Терпимо. Блин, что так слабо так кусанул-то его. Так, вот это уже, ребята, опасно. Ладно, хил есть у нас. Но все равно это рискованно вот так вот делать. Оставлять с таким вот хп и... Хильнуться бы, вот, честно говоря, не помешало бы. Ладно. Хотя, что он сделает, ребят? Ну, максимум, что он сделает, это плюнет своей теневухой. Ну, тем более, еще и куснул просто. Значит, я, наверное, еще успею хильнуться, скорее всего. Ну да, успеваю. Так, ребят, переходим на последнюю волну и смотрим, что у нас тут. Так, поехали. Блин, или массовую сделать, а? Раз, два. Ладно, фиксим. Вот этот... Ух ты, повезло нам, ребята. Нам крупно сейчас повезло, что он промахнулся. Кривоклык, как говорится, наш в рубашечке родился. Раз, два, плюс отхил. Ай, хорошо, идем. Друзья, просто отлично. Почему? Он же синий, он же шустрый, ребят. Он должен разбираться быстро. А, подожди, мы же били-то кем? Мы же били не тем, кем надо. Сейчас разберем его. Сейчас мы его разберем. Он даже... Этот слабо бьет. По синим, красный по синим. Ага, у него наоборот, ребята, видишь? Все идет наоборот. Так, хиляемся. Ну что, походу он доигрался уже. Его, как говорится, песенка спета здесь. Тут даже если мы кого-то сейчас потеряем, ребят, зерно уже будет пройдено. Отлично. Так, крутанем колесо еще разочек и посмотрим, что нам здесь достанется. А достается нам древесина. Грубо говоря, 200 миллионов. И забираем свои награды. Светлый янтарь. И 250 рун. Так, и последний у нас поединочек здесь. Деремся ради ареновского пака. Ну что, я почему-то... Ага, здесь у нас тройной удар. Здесь уже, ребята, уже и музыка исчезла. Здесь исчезло все, что можно, поэтому будем в тишине. В
тишине играть. Так, ладно. Ну, сейчас уже поздно перезаходить в игру, потому что иначе мы все потеряем, весь наш результат. Поэтому терпим. Так, давай сюда пробивную сделаем. Я, наверное, думаю... Ах ты, жук ты этакий. Я думал, что пробьем его все-таки, но нет. Два тройных удара. Блин, два тройных удара. Это что-то как-то жирно, мне кажется. Еще бы четвертую сюда воткнули, было бы вообще замечательно. Так, этого наказываем. Тут, я думаю, понижение брони следует сделать. И укус. Ну что, вот у нас и третья волна. То же самое, да, получается? А была не была, сделаем так. Уже вообще все звуки исчезли. Уже все звуки исчезли абсолютно. Ребят, мы в тишине сплошной. Ну что, он сделал понижение брони? Я думаю, да, добьем. Так, четвертая волна, ребята, и прибавляется шепот. Такой своеобразный. Начну, пожалуй, с него, потому что он, во-первых, он у нас идет как шустрый. То есть разбирается от хитрых очень быстро и легко. Так, вот это мне не нравится, что он бьет. Так, добьешь? Красавчик. Так, барсик. Давай сюда, наверное, сделаем. И отхил сразу же влепим. Угу. То, что нужно. Нифиг. А че он так... Ой-ой-ой. А че он так вмочканул-то сильно? Блин, мне не нравится, ребят, такое положение дел. Фига он звезданул. Бедный барсик там практически на микронах выжил. Что-то игра начинает подлагивать, блин. Боюсь, как бы не вылетело, а? Поехали. Так. Сделаем вот так. Блин, ну эти гаврики очень сильно бьют, ты посмотри. И броню еще понижают. Это вообще не очень хорошо. Это, ребята, вообще не хорошо. Тем более здесь еще далеко не финал. Блин, точно сейчас вылетит, а? Что же сделать-то нам? Раз-два, не вдвоем буду ходить, да, получается? Твою налево. Ладно, я вот так сделаю. Одним ударом всех, как говорится, и подлечить, и этого уничтожить. Ты посмотри, что вытворяет. Еле-еле, ребята, тут уже все что-то двигаться начинает, если честно. В плане не добил. Ё-моё. А я-то в него верил. Я думал, сейчас добьет, ребят. Сейчас. Фух. Просто повезло. Крупно причем. Ладно, давай сделаем сюда удар. И переходим на последнюю волну, друзья. Блин, лишь бы не глюкануло, а. Потому что я уже даже вот мышку двигаю, она... Даже видно, что она как бы подтормаживает. Любой какой-нибудь суперудар мощный, и, боюсь, процесс не выдержит и вылетит игрушка. Не хотелось бы этого. Хм. Ну, давай сделаем вот так. 20 уровень, как тебе? Как тебе такой расклад? Нет. Мы вначале сделаем вот так вот. Хотя... Смысла не вижу, ребят. Делать ауешку. Блин. Ты посмотри, как они строчат, а? Как пулеметчики. Вот сейчас уже надо хиляться. Так, ну этот, я думаю, что все-таки не жилец. Вот этот вот. Блин. Бедный у меня кривоклык страдает там, а? Многострадалец ты мой. Держись. Так. Так, так. Остается просто добить, ребята. Просто добить.
Фух, все, слава богу, игра не вылетела. И мы прошли это событие. Так, ну что, крутанем колесо и забираем с тобой 262 миллиона древесины. Ну и, соответственно, пак. Куда же без него-то? Он, по-моему, будет сразу, по-моему, открываться, да? Да. Шторморез, ужасное чудовище, лаварык, вострозуб, парящий прихвостень, громый защитник и кривоклык. Плюс сарделька. О, погибель Хоферсона. Чемпион хлысторез. Как-то так. Ну что, теперь, наверное, я точно, ребят, перезайду в игру, и у нас будет еще одно событие. О, да, это событие не так просто пройти. Но пройти его надо. Конечно, не сегодня, а вообще его надо пройти. Ну что, друзья, поехали. Вперед и с песней. 5 энергии, это получается мы опять же дойдем до янтаря. И там чуть-чуть подальше еще. Волны здесь всего лишь 2, что меня уже радует. Погнали. Но... Так, промахнулись. Они промахнулись. Блин, он не любит у меня ветер, шторморез, он не любит критовать, я смотрю, вообще не любит. Добить сможешь? Да как ты там сможешь его добить? Конечно. Мазила. Так, их здесь 3, да? Ну давай с этого, наверное, начну. Так, добиваем. Не усиляйся. Блин, у них дофига энергии будет сейчас. Кого-то надо уничтожить. Ну и что ты там? Блин, хвостом бьет. На тебе. Так, друзья мои, игра заглючила, вылетела. Короче, я не мог в нее долго зайти, и только сейчас получилось. Ну что, мы продолжаем наше событие, которое, я надеюсь, мы все-таки пройдем. Так, крутите колесо. 75 миллионов рыбы. Так, все, больше здесь ничего нету. Мы переходим и забираем 600 тусклого янтаря. Окей. Так, ну что, поехали дальше. Я думаю, что мы и пак загадочно заберем. И все-таки дойдем до 1500 тусклого янтаря. Смотри-ка, у нас здесь шепот и громобой. Но этот громобой не такой страшный. А вот с этим нужно разобраться. Вот с этим. С этим в первую очередь. Погнали. Так, что-то сейчас влупит, по ходу дела, да? Нет, смотри-ка, ничего не делает. Ничего опасного он не делает для нас. Продолжаем. Так, наверное, хильнуться надо. И укус. Так, ну что, добиваем? Ага, не добили. Тогда кусаем. И переходим на вторую волну. Так, стоят тут красавчики, да? Слушай, я даже не знаю, с кого начать. Они, да в принципе, с обоих можно. И с этого, тут без разницы. Кусаем. Так, ну что он будет делать? Понятно, ничего особенного. Давай-ка вот так сделаем. Пробьем броню. И добиваем. Так, друзья, крутим колесо. Смотрим, что нам здесь достанется. Достается нам прилив сил. Ну что же, это неплохо. Так, сколько у нас? 3. 3 энергии. 1, 2, 3. Погоди-ка. 1, 2, 3, да.
1400 тусклого янтаря забираем. Ну и в принципе все, у нас энергия закончится. И надо будет почитать, сколько еще нам предстоит сделать поединков, чтобы пройти это событие. Так, а почему все время он ходит первым, а? Ха, он еще и промахнулся. Мазила. Так, их здесь трое. Блин. Вот эти два как-то не особо мне нравятся. Да и Хофер тоже не особо. Жалую я его. Смотри, что чудит, а? Плохие драконочки. Так, давай, наверное, сюда бомбанем и хильнемся. Слушай, сейчас что-то будет. Твою налево, я так и думал. Хорошо, он пропечатал. Ну что, за это стоит его наказывать, я так считаю. Ну, мы отомстили. Хоть на этом спасибо. Так, ну давай посмотрим, что нам здесь достанется. Выпадает рыба. Итого 249 миллионов. Забираем загадочный пак. И двигаемся дальше. Слушай, я, наверное, сегодня арену проходить не буду. Уже в следующей серии пройдем заодно и события допройдем. Так, что у нас тут? Один? Фи. Хорошо, как скажете. Одного они мне сюда послали. Сейчас мы с ним быстренько разберемся. Нет, он еще на дорожку пыхнет, да? Укус сделал. Так, пробиваем. А вот здесь-то что сделать? Наверное, все-таки скалотряса будем бомбить в первую очередь. Этот слабак. Этот вообще промахнулся. А вот скалотряс сейчас как раз будет кусать очень сильно. Иди отсюда. Так, хиляемся. Ну что, кого? Этого уничтожим в первую очередь или этого? Давай, давай, давай. Ну что, остается только добить и все. Очередное колесо. И достается нам здесь рыба. Правда, очень мало. Очень мало. Так, ну что, последняя попытка. Поехали. Последняя попытка. И здесь у нас душитель и дымодышащий. Вот они, два хламона. Ну, начнем с этого. Он довольно быстро будет разбираться у нас. Добьем. Поехали дальше. Ох, ё-моё. Неожиданно. Это, друзья, было неожиданно, если честно. Так, ну ему крышка, по-любому. Я вот так сделаю. Так, а что у нас тут? Хофер, Громель, ну и Шторморез. Уберем вначале Хофера. Как бы он мне здесь не нужен. А вот теперь будем, наверное, Громеля уничтожать. Фулл ХП. Так, ну фаербол он не выпустит, потому что энергии нету.
Давай просто укусим. Так, поехали. Раз. Раз-два. И до свидания. Древесина. 75 миллионов. Мало. Этого мало, конечно. Но зато... зато мы забираем с тобой тусклый янтарь. Так, а теперь давай посмотрим, сколько нам нужно будет пройти. Раз, два, три, четыре. Ох, ё-моё. Так, секундочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Друзья мои, еще два раза нам придется зайти в игру для того, чтобы сделать все задания. Вот так вот. Чудовище, крылатый ужас и громобой. Так, ну что, кто у нас там за древесину собирает железо? Я уже и не помню, если честно. По-моему, вот этот. Так точно. Все, он полетел. Он улетел, но обещал вернуться. Так, забираем здесь. Плюс награда. ...250 бабочек. Чтобы открыть один пак, нужно 750 бабочек. Ну, в любом случае, мне не хватает. Ну что, друзья мои, на этой ноте, пожалуй, мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.